Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников, работы скульпторов. Статуэтка правителя. Классический период, 900 год, глина, высота 22. В некрополе на острове Хайна обнаружено большое число терракотовых изображений, лучшие образцы которых отличаются тонкой моделировкой, простотой, ясностью и жизненностью образов. По месту находки своеобразный стиль статуэток получил название «стиль Хайна». Возможно, что будучи частью погребального инвентаря, они также ставились на семейные алтари и использовались при некоторых обрядах в храмах. Перед нами статуэтка представителя высшей знати или правителя. Мужчина восседает на троне с круглым основанием в торжественной позе, положив руки на колени. Его образ отличает спокойствие и величие. В левой руке персонажа небольшая сумка, возможно, предназначенная для ароматического вещества, использовавшегося в религиозных церемониях. Наряд показывает высокий статус героя. Эффектный головной убор и венчает изображение змеи, покрывающая плечи накидка, украшена круглыми дисками. Запястья охватывают массивные браслеты. Вот такое описание к работе статуэтка правителя. Классический период, 900 год, глина. Я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания. До новых встреч.